такие короткометражные фильмы стали итогом недельного обучения в киношколе. Она открылась в рамках фестиваля «Горький фест». Участников отбирали по сценариям. Из 36 заявок в результате одобрили 10. Именно эти 10 начинающих режиссеров представляют свои выпускные работы экспертам. Посмотреть новое кино приехал актер и президент фестиваля «Горький фест» Михаил Пореченков. Так, быстрее включить компьютер, пока загружается, что-нибудь приготовлю. Я узнал, что у нас в Нижнем Новгороде есть киношкола, и когда я сюда пришел, я узнал то, что она, оказывается, в первый год открылась. Как я попал? Я отправил свой сценарий. Сценарий – это… Я специально на «Горький фест» его не придумывал. Это фрагмент большой истории, который я написал в 2014 году. Елена Еремеева за неделю обучения в киношколе поняла, что ее изначальный сценарий необходимо дорабатывать. Не хватает конфликта, сказали ей эксперты. В результате новый сценарий и новые названия. Елена так и назвала свой фильм «Конфликт и парадокс». У нас были замечательные спикеры, учителя, я бы даже их так назвала, которые пытались нам помочь сделать что-то интересное, найти конфликт, парадокс, то, что должно быть в каждом фильме, как нас этому научили. Вот. И сегодня я покажу некую часть того, что мне уже удалось сделать. Лекции и мастер-классы проходили в стенах Мининского университета. Здесь, кстати, есть своя кафедра продюсерства. Так что какие-то лекции участникам киношколы читали преподаватели университета, а также действующие актеры, сценаристы, режиссеры и продюсеры. Коршунов. Я запомнил его в основном и Олега Сироткина. Ну, на самом деле, все наши преподаватели были удивительные люди. На моем мастер-классе реакция была хорошая, вопросы были интересные. Оценим, посмотрим на работы. Любопытно. Для университета очень важно то, что подобные проекты на самом деле находятся внутри. Почему? Потому что это возможность студентам попроникнуться и посмотреть, как это происходит. И у нас студенты участвовали в данном проекте. Эту историю надо продолжать. Не все участники за неделю успели снять свой фильм. Они продолжат съемки, но уже сейчас всем начинающим режиссерам выдали сертификат о прохождении обучения в киношколе. Это был замечательный опыт, но по отзыву, по тому, какая реакция была у людей, которые присутствовали на лекции, которые разбирали там работы с экспертами, по-моему, это просто колоссальная вещь, и мы хотим, чтобы она работала круглогодично. Так что этот выпуск первый, но, возможно, не последний. Как знать, может, на следующих кинофестивалях «Горький фест» мы увидим фильмы выпускников этой киношколы. Наталья Миронова, Василий Низов. Время новостей.